Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, Иисущего гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, Иисущего гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, Иисущего гробе живот даровал. Господь и Бог наш, слава Тебе за великие чудные дела Твои для нас. Благослови это собрание, умудри и наставь. Вложи слова Твои в сердце, в разум, на уста наши. Положи на сердце, что каждому из нас сказать, чтобы это было для спасения душ наших, для пользы, близким нам. Умудри нас. Помоги нам, Господь. Тебе слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Кто давал мне? Кому Нина давала? Нина давала, а я ее сейчас. Нина Александровна. Да. Нина Александровна, давайте. Жолнирова. Жолнирова. Да. Я его, слышу, ее приберу здесь. Да. Если она приедет, я ей отдам. Не слышите, Виктор. Пора уже туда. Это Виктор. Кто изображен на этой иконе? Лука Симферопольский. Лука Симферопольский. Вот эту икону делает такие. Вот. Человек, который, скажем, что совсем парализованный. Руки не двигаются. Только так вот, может, чуть-чуть так вот рукой двигается. Лежит. Сколько лет уже он лежит? 12 лет. 12 лет лежит на постели. Не вставаясь, он сам перевернуться не может. Страшные боли ежедневно терпит.
И вот он делает такие вот иконы. Чтобы написать вот это все краски, он говорит, что некоторые десятки тысяч раз ему нужно сделать движение мышкой. Он на компьютере собирает. Это подогнать, чтобы тон такой вот был. Смотрите, вот на щеках какое видно, что как лицо. Это все это тысячи-тысячи раз ему нужно двинуть этой мышкой. 16 часов в сутки. Чтобы сделать это. У него заказы. Берут иконы в монастыре, потому что он делает и на заказ. Качество очень хорошее качество. Видите, я был у него, видел, он немного показал, как он это делает. Но, конечно, дерево он сам это не делает, это там уже друзья помогают дереву. Он наносит только, что вот сам образ делает. А потом уже там кто наклеит здесь это и все это привести в это уже там помогает. Потому что он-то сам не в состоянии, он не может даже перевернуться, и рукой он только может так вот мышкой потихоньку двигать. Он пишет и распечатывает на принтере, принтер да. У него на холсте. Все, но остальные там уже друзья ему помогают, чтобы там заготовить заготовку деревянную сделать, и не просто доску выпилить, она там, видите, по-моему, три слоя. Только липа. Липа, да. Вот. И сделать еще так, чтобы она ее не повело. Здесь это разрезаете, в нее вставляете еще туда, чтобы при влаге ее не покоробило. Это всем нам в научение. Это что часто бывает, что и руки, и ноги есть. И сидит, что работы нет. Нет работы. И сидит, ждет, какая придет работа где-то. Нет работы. Руки, ноги есть, голова, все есть. Но ищет какую-то работу. Человек парализованный. И делает такую работу, что здоровый не каждый сделает. Я видел недавно. По радио я услышал, что в Москву приехал человек, у которого нет ни рук, ни ног. Ник его зовут. Вучич. Да, у него где-то внизу там одна такая, как ласта такая небольшая, это, как ладонь вроде бы, только всего. И я побежал, посмотрел на телевизоре, как он на большом столе, и как он говорит людей. Он проповедует просто. Вот. Человек безо всего, и он благодарен. Я, говорит, знаю, для чего таким Господь меня сделал. Это Господь меня, говорит, так сотворил таким. Если бы я был другим, то не было то, что я сейчас есть. А он по всему миру ездит. Ну, верующий, ну, по-видимому, или пятидесятнический, или что-то такое у него. Аттестант. Да, явно, что не православное. Но говорит он, все говорит, как нужно для спасения, то есть о спасительной жертве Иисуса Христа, все правильно говорит. Вот. И мы часто, имея руки и ноги, и язык хорошо владеющий, а не делаем того. Когда пристанем на суд, то вот эти будут нам в осуждение. Мы скажем, да мы не могли сделать, да вот то-то, то-то, скажем, причины. Вот кризис был, там я не мог работать, поэтому я не мог оказать кому-то помощь какую-то. Он лежащий на одре и оказывает помощь. Он подарил тебе эту икону? Да, батюшка. Подарил. А она стоит немало. 10 тысяч. По всем затратам там что-то. Ну, там. Нам он были подарил. Он раздаривает, делает, трудится и дарит это. Понимаете, как это? Поэтому возьмите это себе и устыдимся мы, что здоровы и не можем делать того, что делают эти люди. Вот. Держи, Виктор. Спасибо, Христос, батюшка. Виктор Андреевич был у него, он ему подарил. Я был, он мне тоже подарил. Город Воронеж. Воронеж и город. Можете зайти на сайт его и посмотреть. Сергей? Козлов. Сергей Козлов. Сергей Георгиевич Козлов. Зайдите на сайт Воронеж, и вы найдете все там. Житие.ру. Все. Посмотрите, познакомитесь. Так, на столе я привез это освященный пасхальный хлеб, артос называется. Принимать его на тощак. Во здравие души и тела. Поэтому не оставляйте все, разберите это. Напоминаю, что 17 мая у нас в Потеряевке день рождения деревни нашей. Возрождение. Вот. Поэтому, если кто желает приехать,
приглашаем, приезжайте, но только заранее созвониться, попросить благословения, потому что нужно будет встретить на вокзале, где поезда нет, ни одного здания. Было здание вокзал, мы его 17 лет арендовали, и вдруг приходим, а здания нету. Его развалили, сейчас куча кирпичей лежит и все. Здание было хорошее, здание прекрасное, здание взяли, зачем? Никто не может ответить, зачем. Когда в прошлом году у нас хотели отменить остановку поезда, я ходил, значит, на прием к депутату, в приемную Медведева. Есть на Ленинском проспекте, там это общественная приемная партии «Единая Россия». И он депутату: а зачем, говорит, развалили вокзал? Я говорю: ну развалили, нету, ничего нету. Он головой подумал: зачем же они это сделали? Ну спросите вы ближе как-то там это, позвоните, созвонитесь. Я узнал. Я, батюшка, вставлю к Саху. Оказывается, послали ломать на следующем разъезде-то. А они пьяные вместо этого на наш заехали. Причины, говорит, никакой нет. Мне ответили же из дороги. Но это они, я думаю так, что это они ответили с себя. А больше-то они до того, что здание есть, значит, за него надо будет как-то отчитать. А у нас как? Нет человека, проблемы нет. Нет здания, нет. Все. Ничего нету. Ни за чего отвечать не надо, и оно, так здание есть, оно будет на балансе стоять, и они должны будут дать какому-то состоянию там и прочее. А так нет ничего, и нет, и все. Там что-то, кто-то поживился, может быть, немножко, что-то могли взять там с него. Вот и все. Поэтому кто поехать, предварительно позвонили, чтобы могли там и встретить, если кто на поезде. На машинах не знаю еще, как будет с дорогой. То точно так же на машинах, кто желает поехать, заранее созвонитесь с нашими братьями, кто ездит на машинах. Вот, Глушков, Барабаш, Янчук. Вот, значит, с ними, как это будет. Пока еще на машинах на трассу не выезжали. До разъезда на машине меня проводили. Нормально, хорошо доехали до разъезда. А дальше пока они на машинах еще не выезжали. На тракторе, на урывок проезжали уже дорогу. До Корчина можно проехать. Ну, на УАЗике можно, наверное, проехать будет уже. Вот так вот. Значит... А сколько лет? А? Лет сколько? Не сказали. Как возродилось? 24 года. 24 года будет. В 91 году, 14 мая, приехал я, вылез на разъезде я. Со мной была Надежда Васильевна и Валентина Афанасьевна. Живет она в Енисейске. Я с Киргизии ехал, привез с собой, значит, я две курочки и петушка. Маленькие, декоративные такие. И 8 гусят. Я в коробке это привез с Киргизии. Там один знакомый пожертвовал мне, значит. И вот все хозяйство было. Мы разбили палатку. Вечером я к вечеру пошел, узнал, где можно корову купить. На утро рано мы с Надеждой Васильевной встали в 4 утра, пошли на урывок. Купили корову, и в обед мы уже ели свое молоко. Корова была привязана, Малина звали, хорошая корова была. Первую ночь, значит, сплю я и вижу во сне, что украли корову. А я его из палатки привязал за колышки. Как я выскочил из палатки, она еще наелась, там трава-то хорошая, она сидит, лежит только, пыхтит, пых. Ух ты, слава Богу, корова целая. А потом она через какое-то время убежала от нас. Плохо привязали, она убежала, ну и пришлось идти опять на урок. Она домой убежала, да. Корова умная. Вот начинали так. Это было 91 год, 14 мая. И мы так уже постановили, что первое воскресенье после 14 мая это будет день нашей деревни. В этом году выпадает на 17 мая. Я лично пригласил, ходил на приемную, пригласил епископа Сергия. К нам, говорю, приезжайте в гости. Он открыл календарь свой, пометил, там обвел кругом этот день, сказал, что, ну... Если живы-здоровы будем, то обязательно приедем. Ну вот пока так. Просится нам еще, уже давно просится воскресная школа. Их там человек 18, наверное. Вот. Ну, я дал им целое, приезжайте. Разместим где-то там, накормить, накормим. Все это разместим, пусть приезжают. Им очень хочется посмотреть, что же там такое. Воскресная школа Алтайской епархии? Там Покровского собора, по-видимому, так, Маша? Покровского собора. Вот, их там человек 18, там 17 лет. Вот, так что они приедут, если будет, значит, дорога, и ничего не изменится.
Так, ко мне какие вопросы? Когда приедете? Через воскресенье. Это значит, следующее воскресенье будет что у нас? Третьего? Значит, приеду 9-го, 10-го. Воскресенье будет, 9-го будет. День Победы. Отец Иоанн собирается? Нет. Нет? Нет. Он говорил, что собирался. Нет. Нет. Хотел он с братом поехать. Ну, брат там что-то, дела какие-то тоже не это. И нет, не приедет. Так. Еще какие вопросы? Батюшка, а вот гречиха-то осталась, как, подняли, нет? У нас все убрали гречиху. Сейчас он гречиха только в складе, она сырая и загорается. Там с места на место он лопатой перебрасывает, а там тонн 15 ее. Вот он перебросит только лопатой эту 15 тонн на одну сторону, то она опять на другую бросает. И вывести, что-то бы продать вывести, нет дороги-то, на чем никак не вывести. Ждем хоть дорога, немножко бы... Половину больше продать бы можно, а там на семена оставить, тонны три на семена, а остальное продать. Там пшеница уже тоже в таком в критическом состоянии находится. Вот. Ну, тонн 30 можно продать, 40 пшеницы, а нет дороги сырая. И вот ее тоже перегоняют там место на место. Вот. А те, кто не убрали, ничего не получается убрать. Только было потом убирать, дожди пошли, опять намочило. Вот. Поэтому уже такое сообщение, что просят все там эти, кто заготовители, за год пункты, что закупаем пшеницу весеннего урожая, гречку весеннего урожая закупаем, весенние уборки, так называется, весенние уборки. Такого дела, что весной убирать урожай. Ну, в Алтайском крае что-то 450 тысяч гектар осталось под снегом. Очень много осталось под снегом. Но она эту пшеницу уже собирает, и она только может пойти на фураж скоту. Потому что она уже как на хлебопекарной она быть не может. Уже только на корм скоту, на фураж. То есть может пойти еще. Гречка, если у кого осталось, то гречка может. Она лучше сохраняется. А пшеница плохо. Ну вот такие дела, значит. Так. Так, еще что? Ничего больше нет. Через неделю будете, да? Да, через воскресенье, скажем так. Через воскресенье. Ну все тогда. Если кому что надо, звоните. Пишите письма, телеграммы шлите. Продолжайте дальше. Меня сегодня по послушанию утром назначили вести собрание, но я не готовился, потому что мне сказать нечего. Я не смогу Татьяну Кузьминичну спросить о болящих. Что у нас там? Так, ну болящие у нас детки заболели. Ливия, Тарасия, Агния. Ольга Соклакова болеет. Часто болеет у нас. Елена Оглашенная заболела. Нет, ее вот сегодня. Ну и Мария Яковлевна Кунагаева болеет. У ней пошел камень из почек. Ее в больницу доставили. Ой, ну доставили, сделали ей утром прямо буквально, вот может быть пройдет, протолкнут этот камень. Сделали вот такую небольшую операцию как бы, а он не пошел, застрял у нее очень сильно. И врач пришел и сказал, у вас выхода нет другого, только операцию. И в 2 часа, вот утром ей это делали, а в 2 часа назначили на операцию вот. И предупредили, если не смогут удалить камень, то удалят почку. Вот. Врач, такой мужчина, солидный, такой здоровый. Еще я у нее присела на кровати, он как зашел, говорит, гуляйте. Так это отмахнулся. А когда уходил, уже к двери подходит, я ему говорю, да помоги вам, Господи. Он, не оборачиваясь, так, да хорошо бы. И так вот. Ну и все. И, конечно, все встали на молитву, молились, и... У них надежды не было. Вот, честно говоря, врач молодой еще заходил. У них надежды не было, что операция пройдет хорошо. Потому что он ее все расспросил. Сердце больное, там она аллергия у нее там такая страшная на все лекарства. Да все болячки. И, вот. А операция прошла просто хорошо. И она, даже сказали, предупредил, он говорит, в реанимации она будет. Она в палате, 12-я палата, у нее в больнице трансмаш лежит. Когда оперировали-то ее? Вчера? Вчера.
Да, все прямо так быстро. Почку оставили. В пятницу, я говорю, вчера. Почку оставили? Почку оставили, да. В урологии, да, 12-я палата у ней. В Шинниках, да? Нет, Трансмашевская. Это как операция? Когда прием, Татьяна? Ну, пока она в тяжелом состоянии. Там в дочери у нее есть Оля вчера. Бульон ей только разрешили куриный. Ну, вот Оля вчера ей отвезла. Так что пока, если даже кто-то пойдет, может быть, воду только минеральную. Пока-то ей ничего и нельзя. Без газа. Ой, ну они там знают. Скажите. Попросила сейчас молиться Валентина Барышникова. Там у нее наводнение. Да. У нее вокруг дома, значит, вот эти вот разливается вода. Тут после дождей вот опять вроде бы там подсохло, дожди прошли, там опять по поселку вот эти ручьи текут. И вокруг дома у нее она каждый день по 2-3 раза в день выходит и окапывается, чтобы вода не попала в погреб. Потому что если в погреб вода пойдет, то стены дома уже ненадежные, старенькие. Он может просто опуститься дома и поплыть. Помолиться тоже она об этом просила. Людмила Степановна. Я хочу всех попросить помолиться. Я поеду к сестре на север, а потом мы на 9 мая ездим всегда к отцу, все мы оставшиеся в живых. И поэтому я попрошу помолиться, чтобы вы, как я буду в путешествии, вернусь где-то после 9 мая. На севере у сестры побуду, у сестры, и потом там, в Тюменской области. Сегодня вечером я уезжаю на поезде на 95. Но зачем молиться, чтобы поезд стал? Нет, чтобы Господь благословил путь, потому что я там и в церковь хожу, и благовествую, и книги вожу, и священникам во все места, куда я приезжаю. Помолитесь, чтобы Господь это так же благополучно, как было, хотя бы не хуже. Спаси Христос. Я слышал, что Нина Александровна переехала уже в Клочки. Да? Они там ремонт делают в Клочках, она... Переехали они в субботу, в пятницу уехали они, в субботу она, ну там, с мужем. Да, в субботу я знаю, что уехали. В пятницу они грузились, так я в субботу уехали. И она там будет, я говорю, в воскресенье приедешь, она говорит, я не могу, потому что бригада, которая будет ремонтировать, я ее должна кормить, но я, говорит, утром обязательно пойду в храм. Храм там рядом в Клочках, она говорит, я пойду. Я бы хотела приехать, но я, говорит, не могу оставить бригаду, как я их оставлю. Им нет разницы, когда работать. Ей нужно их кормить. Адрес ей известен, скажи. Адрес мне неизвестен ее. Она нам мне адреса не сказала. Жолнирова, там ее будут все знать. Бачки Жолнирова. Да. Все знают. Да. И нет, я знаю, что дом Лесничего. Скоро будут знать. Дом все бывшего точно. Лесничего. Вот она живет в доме Лесничего. Еще прошу помолиться. Меня тоже срочно в Потеряевку направляют, чтобы я уже все совсем туда переезжал. Ну, до осени. Так что, чтобы Господь там благословил тоже пребывание. Что вы, Виктор Андреевич, что-то дополнить? Я хотел, если позволите, в прошлый раз была тема у нас о воспитании детей. Интересная статья в интернете. Вот интернет всемогущий, что называется. «Как крестьяне на Руси детей воспитывали», называется статья. Хотите послушать? Да. Это вообще достойно подражания, особенно для христиан. Здесь речь идет о крестьянах, но это впрямую к христианам тоже относится. «Русская крестьянская семья – уникальный организм, где детей воспитывали без посторонней помощи, опираясь на неписанный свод законов, простых, удивительно мудрых. Так и шел этот процесс из века в век, из села в село, разве что с небольшими расхождениями. Детство. В типичной крестьянской семье детей рождалось много, но, к сожалению, многие из них умирали от болезней в первые годы жизни. И хотя для бедных семей очередной ребенок означал появление лишнего рта, а для зажиточных потенциального помощника в трудах, родители с одинаковым смирением воспринимали и рождение, и смерть младенцев. Это не значит, что детей не любили. Матери, безусловно, испытывали к своим чадам самые нежные чувства.
Но жестокие жизненные реалии заставляли людей обрастать психологической броней. Новорожденного клали в зыбку, плетеную люльку, подвешенную к потолку, где он и спал, пока не вставал на ножки. Уход за ним был минимальным, во-первых, потому что мать практически всегда была занята работой, а во-вторых, потому что ее представления об уходе за младенцем были своеобразными. Доктор медицины Попов в книге «Русская народно-бытовая медицина» описывал их так. Крестьянки считают, что ребенка достаточно перевернуть в сутки раза 2-3, чтобы он не промок. С этой целью под младенца подкладывали кучу тряпок. Научившись ходить, карапуз передвигался по избе преимущественно в одной короткой рубашонке, занимая себя разными подручными предметами. Присматривать за ним могли бабушка с дедушкой или кто-то из старших детей. В холодное время года малыш обычно находился в помещении, так как с зимней одеждой для малышей в то время было туговато, а в теплое выходил на улицу, где бегал по земле босиком опять-таки, под присмотром юных нянек, которым могло быть около 4-5 лет. Основу детского питания составляло материнское молоко. Если же молока у матери не было, малышу находили кормилицу или поили его козьим. В качестве бутылки использовался рог с надетым на него соском коровьего вымени. Вместо соски у крестьянского ребенка была жовка, тряпица, завернутая в нее жеваным мякишем хлеба. По себе знаю, тоже же эту жовку сосал. Бабушка моя, Федосия Прохоровна, почила меня этой жовкой. Примерно в полгода кроха получал прикорм в виде молочно-гречневой каши, а в год пробовал похлебку. 3 года малыш уже ел то, что и старшие члены его семьи, спал вместе с другими детьми на палатах и вел вполне самостоятельную жизнь. С раннего утра до поздней ночи он мог играть на улице, будучи представлен самому себе. Подрастая, девочки играли в тряпичные соломенные куклы. Вот оно зарождалось чувство материнства, а не то, что Барби сейчас готовит на панель наших девочек самого малого возраста, которые сами себе и изготовляли, а мальчики в мяч или в лошадку, в роли которой выступала обычная палка. По мере взросления у разнополых детей становились все меньше общих занятий, игры четко подразделялись на мальчишечи и детеночи. Отрочество. В свой 7-й день рождения ребенок становился отроком или отроковицей. В честь этого события ему выдавались первые в жизни порты, штаны или длинная девичья рубаха. Детей активно привлекали к труду, разумеется, с учетом возрастных особенностей. Работу давали по силам, постепенно увеличивая нагрузку, а в свободное время позволяли гулять. Поручения раздавали без лишних церемоний, в приказном тоне, но перечить в ответ никому из отроков и в голову не приходило. Авторитет отца был непререкаем и подчеркнуто поддерживался матерью, что важно. Это очень важно. Я помню, у нас в семье, вот если отец что-то сказал или наказал, мать никогда не противоречила отцу. Так и должно было быть. А у нас было так. Привозят в колхоз кино бесплатно. А смотрите, в кино-то охота сбегать. Мам, в кино сходим. Она, как отец. Мы бежим на степь, отец спасет. Мы на степь бежим, чтобы спросить. Приезжать, тять, кино сегодня привозят. Мы пойдем в кино. Он, ну как мать. О, все, отпустили. Теперь уже все. Она как отец, а он как мать. И всегда. Вот сегодня смотришь, интересно, ну что-то там отец на отца такое. У нас было, да, отец он как-то был, молился за стол. Ну, там бывает, придут где-то гулянка, там отец, мы пойдем, он никакой уже, мы санки берем, на санки его погрузим отца, везем его через домой, теперь довезем, а через весь сарай нести в это по крыльцу, да мы его волоком кое-как затащим. И чтобы мы на отца что-то сказали, тятька там у нас такой... Никогда. Мать только... Ой, ребята, потихоньку руку отцу не повредите. У него одна рука-то была. Руку только отцу не повредите. Мы его все гурьбой, там маленький, все тянем его волоком, затащим его в комнату, разденем, положим. И чтобы когда что-то на отца сказать, да, даже в мыслях не было этого. А сегодня что смотрим? А, он такой отец, такой, сякой. И вплоть до того, чтобы даже детей от него, чтобы настраивать детей против отца. Чтобы не общаться с отцом, не общались. А какой?
мало денег приносил там или что-то такое. Другого-то нет ничего. Послушай, что это такое? Как люди меняются? Да, за сколько времени-то? Времени-то совсем немного прошло, еще века не прошло, уже все так с ног на голову. С 10 лет мальчики под наблюдением взрослых уже боронили поле, с 12 пахали, а в 14 наравне с отцами участвовали в любых полевых работах. В том, чтобы запрячь лошадь или выпасти скот, они также не видели ничего сверхъестественного. Девочек лет с 11 сажали за прялку, с 13 обучали шитью и вышиванию, в 14 поручали вымачивать холсты. Одновременно с этим юные хозяйки учились доить коров, печь хлеб и делать все, что было необходимо в крестьянском быту. Кроме трудового воспитания, отроки и отроковицы впитывали в себя и понятия о крестьянской морали. Детей учили по чтению к родителям, к старшим, милосердию к нищим и убогим, благоговению перед трудом добытым хлебом. Преподавали им основы веры, внушали понятие греха. Правда, в большинстве семей религиозное воспитание детей ограничивалось знакомством с обрядовой стороной православия, с вкраплением языческих поверий. Юность. В юношах и девушках поощрялись целомудрие и стыд, которые наряду с честью и совестью признавались важнейшими категориями нравственности. По этой причине половым воспитанием подростков не занимались. Вести с ними разговоры на подобные темы было не принято. Кстати, дети, выросшие рядом с домашними животными, о физиологии отношений между полами имели весьма четкие представления. Между стыдливостью и ее отсутствием существовала очень тонкая и заметная лишь самим крестьянам грань. Так многие родители не препятствовали посещению молодыми людьми так называемых вечерних посиделок, где юноши и девушки не только присматривались друг к другу, но образовывали пары, для которых поцелуи, объятия и сидение на коленях друг друга были обычным делом. Более близкие отношения до брака осуждались строжайшим образом, но благоразумные девицы и парни и сами в них не были заинтересованы, так как боялись Божьего гнева и общественного мнения. Если девица меняла кавалеров чаще, чем раз в сезон, или сама проявляла инициативу в отношениях, это также подвергалось осуждению. Девушки, имеющие безупречную репутацию, пользовались в селе большим уважением. Они занимали почетные места на посиделках, и их первыми выбирали в хоровод, и в невесты присматривали в первую очередь. Конечно, если они обладали и другими необходимыми для замужества качествами, послушанием, трудолюбием, уважительным отношением к людям, а также физической выносливостью. Браки в крестьянской семье были ранними. В 18 веке вполне подходящим для семейной жизни считался возраст 14-15 лет. С середины 19 века в законный брак могли вступать юноши с 18 лет, а девушки с 16. Крестьянских девиц зачастую отдавали замуж без их согласия, да и мнением юных женихов тоже не всегда интересовались. Зато дети придавали родительскому благословению огромное значение. Образование. Вплоть до 18 века у крестьян практически не было шансов на образование. Даже в период правления Петра I, когда повсюду открывались новые школы, крестьянским детям вход был запрещен в них. Лишь некоторым из ребятишек удавалось попасть в так называемые архиерейские школы, которые устраивались под надзором архиереев при их домах. Ситуация стала меняться после издания в 1804 году указа об учебных заведениях, согласно которому все школы объявлялись бессословными, доступными и бесплатными, хотя детей крепостных в них по-прежнему не принимали. Широкое распространение получили церковно-приходские школы. По инициативе самих селян стали появляться и школы грамотности, которые могли быть организованы прямо в какой-нибудь крестьянской избе при помощи учителя из захожих грамотеев. Свою лепту в повышение народной грамотности вносили и многие помещики. Например, граф Лев Николаевич Толстой способствовал открытию больше 20 школ в окрестностях Ясной Поляны. А в одной из них преподавал лично. Когда я вхожу в школу и вижу эту толпу худых детей с их светлыми глазами и так часто ангельскими выражениями, на меня находит тревога, ужас, вроде того, который испытывал бы при виде тонущих людей. Я хочу образование для народа для того, чтобы спасти там Пушкиных, Остроградских, Ломоносовых, и они кишат в этой школе, писал он в одном из писем. После Октябрьской революции всевозможные школы, училища, гимназии были преобразованы в единую трудовую школу. Тогда же и образ крестьян стал утрачивать свою самобытность. О чем можем сказать с большим сожалением.
И всегда деревня, село было подпиткой для города. В принципе, вот эти боящиеся Бога люди, которые были трудолюбивы, которые были благочестивы, они давали подпитку городу и интеллигенции в том числе. И не случайно вот те, та эта иерархия, которая теперь нас подводит к единому мировому государству с единым мировым правителем, она знала, что ячейка государства есть семья. Нужно разрушить семью. Разрушили ее таким образом, что эмансипация и прочие пошли ступеньки, которые теперь дошли до того, что у нас заполонило вообще все, во всех государствах, даже и в Израиле вот это гомосексуализм и все эти белые, то есть голубые всякие там. Все это разрушение семьи. А теперь мы знаем, что даже представители протестантской церкви благословляют эти однополые браки. Это до чего мы доходим? То есть это разрушение семьи. Это основа всего любого государства. Мы об этом должны помнить всегда и молиться, чтобы Господь все-таки сохранил нашу вот страну, еще чтобы сохранилась эта ячейка общества, семья. Мы прежде всего мы должны своим образом жизни, своим поведением быть подражанием, чтобы на нас смотря люди подражали. Французский ученый Камю сказал, что если хочешь изменить мир, начни с себя. Вот давайте мы будем начинать с себя и подавать пример людям, которые не знают еще Бога, чтобы они познали Бога, чтобы мы были проповедниками. Для того мы здесь собираемся, чтобы мы научались, как это делать. Ибо Господь сказал, идите и проповедуйте всему миру. Это самая главная наша задача. В 80-е годы было такое, когда стало там вот тысячелетие крещения Руси, и было такое, что проводились разные диспуты, приглашали священников там в университеты, в школы, чтобы побеседовать со студентами, со школьниками. И в одном из университетов, в Тюмени я в то время служил, они организовали такое, что, скажем, диспут между православным священнослужителем и из баптистов. Я был среди слушателей, в зале сидели мы с отцом Михаилом. Задают вопрос такой там православному: как вы занимаетесь воспитанием своих детей? Вот. Как они, не оторваны ли у вас от общества, там, в какие организации вступают? Отвечает: нет, мои дети нормально, дочери вот там пионеры, вот, занимаются там в танцевальной, балетной там школе, все нормально. Задают вопрос: а вы как, к баптисту? Он говорит: нет, мы учим детей, чтобы не раздваивались. Пионеры, мы знаем, что это атеистическая организация, мы строго этому препятствуем, чтобы не было этого. Ибо, говорит, можно угодить одному, двум господам, говорит, не угодишь. Вот. Мы верующие, мы, естественно, детей воспитываем, говорит, в страхе Божьем, в вере в Бога. Все. Другой вопрос задают: как вы занимаетесь там, ну, говорить или нет там, как говорится, половое воспитание там детей. Православный батюшка отвечает: нет, мы ничего не говорим, вырастут, сами поймут. Задают баптисту вопрос: как? Нет, говорит, мы все, говорит, на основании священного писания говорим, что никакой прелюбодей, блудник в Царство Небесное не войдет. Его ждет вечная гиена, где скрежет зубов и червь неумирающий. Вот такие ответы. Это я примерно. И так вот, что в таком примерно было ответ. Так зависит от нас, что мы. У нас мама была верующая, она имела страх. Евангелия не было, Евангелия мы не знали. Библию не знали, потому что говорили, что если Библию кто будет читать, тот с ума сойдет. И грех читать Библию. Да ни у кого не было. Потом уже после, когда старший брат стал верующим, то вот узнали, что в деревне была одна Библия у немки, у лютеранки. Все, больше не было ни у кого. Но мать в нас вложила страх. Мне исполнилось 16 лет, она провожает меня в Барнаул. Я еще ни разу в городе не был. Самостоятельный путь меня. До разъезда провожает, наказывает. Смотри, сынок,
не воруй, в карты не играй. Там не кури, водку не пей. И с женщинами до женитьбы, чтобы ни-ни. Бог накажет за это. Все, весь наказ был. И я помнил это. И от этого Господь хранил. Понимаете как? Главное, чтобы страх был Божий в этом. Вот. Стараться это в детях сегодня вложить. Вот так вот. Не говорите, как читала Виктор Андреевич, чтобы было целомудрие в этом. Сами не можем поучиться, можно где-то поискать других народов, как это делают. Почему ни одна мусульманская девушка не принесет, говорит, в юбке где-то со стороны ребенка отцу? Она даже не мыслит об этом, что где-то как-то, говорится, сблудить. Нет этого. А у нас почему? Под благодатью ходим. Поэтому все можно делать. Пришел, говорит, батюшке наклонил голову, батюшка, говорит, фартуком накрыл, и все, и опять иди греши. Такое понятие. А покаяние есть тогда, когда приносятся плоды покаяния. Тогда покаяние Господь и принимает. А если нет никаких плодов, то где оно покаяние-то? Плодов нет. Сегодня сказал, я согрешил, завтра опять идешь, опять в этой же грязи валяйся. Вот так вот. Игорь хотел слово сказать. Что, не говорить, что ли? Говори, говори. Кратко, не увлекайся, Игорь. С самим собой. Ну, самим собой, не самим собой. Я о женах мироносицах хотел сказать. Сегодня же все-таки день жен мироносиц. Ну, привыкли, жены мироносицы. Это женщины, которые оставили все и семьи свои, и ходили за Христом, помогая Ему. Сегодня, ну, кого можно назвать? Таких даже и обществ нету. Вот у нас есть в общине сестричество, но нету братства. Поднимали этот вопрос, сняли с повестки дня. Почему? Ну, потому что все братья, все верующие, они должны быть благовестниками, идти, это понятно. И наполнять собою не храмы нужно, а улицы. Господь сказал, нивы побелели, а делателей мало. Кто мог бы этот урожай снять? Батюшка, он рассказывал, как тяжело сохранить его. Так его нужно еще этот урожай вырастить. И везде Господь трудится. Нашими с вами руками. И вот жены мироносицы. Они идут. Там столько чудес делает Господь. Ради них только. Господь воскрес, и никто не знает, когда Он воскрес. Все спрашивают, когда воскрес? Начинаем ровно в 12. Батюшка начинает запевать. И потихоньку возрастает громкость запева. И потом Христос воскрес после 12 сразу практически. Почему никто не знает, когда он воскрес? Ну, потому что он же невидимо все это сделал. Что видят жены, когда идут? Они боятся, что там воины римские. Были бы там свои, с ними еще договориться можно. Они же все-таки евреи, это их сестры, еврейские женщины. Одно племя. Но там римские воины стоят. И камень тяжеленький. Камень такой круглый, он катается. Он там может тонну, может больше даже весом. И его откатить надо, то есть женские силы слабые, понятно тоже. Но они идут. И по этой их уверенности, что они туда попадут, потому что братья-то не идут, они все сидят из страха иудейского. Вот в чем дело. И Господь потрясает, дает землетрясение. И такое страшное какая-то напасть нападает на римских воинов. Они убегают вместо стражи. То есть одно чудо за другим. И они подходят и смотрят, нету никого. То есть они легко могут заглянуть в гроб, который пустой, а так бы никто ничего не знал. Даже смотрели бы там и воины римские, а Христа там нету. Но надо было, чтобы удостоверились. И для чего? А дальше вообще большая странность, вот когда начинаешь вдумываться. Они подходят, и вот ангелы, блистающие, все. Они к гробу, ну потому что он там, им же надо мироносицы, они несут мира, помазать. А пустой гроб-то. Но дальше все, цель не достигнута. А любовь,
ко Христу, ну просто пересиливают все, все мысли мои, что у них есть. Они привыкли, они желают видеть учителя своего. Хотя бы мертвым они это желали всю субботу. И нету. Ну что делать? И в этот момент, когда они пребывают в этом смущении, это то же самое было в деяниях, мы видим, когда стоят все апостолы, смотрят на небо, и тут ангел появляется и говорит: мужи иудейские, ну что вы стоите и смотрите на небо, куда вознесся Господь? Таким же точно образом он потом сойдет с облаков. Вы идите вот в Иерусалим и там ждите обещанного от него. То же самое было сказано и женам. Ангел говорит: что вы ищете тут Христа живого между мертвыми? Он воскрес. Идите к ученикам и говорите им. И написано, они пошли и не сказали. А почему не сказали-то? Все вот не сказали, они там робкого десятка. Во-первых, они рассудительно это сделали. Они пошли, а дальше, а что они скажут-то? Гроб-то пустой, Христа нет. И он не сказал, куда приходить этот ангел-то им. Он говорит: тут не ищите его. Они поняли это, они его не ищут. А куда учеников посылать? Не знают. Они и молчат. Дальше. Значит, что-то должно еще быть. И поэтому Мария Магдалина, все говорят: чего там Мария Магдалина все бегает к гробу? Она хочет до конца выяснить, а в чем дело тогда, где? Она еще раз к гробу бежит, еще раз. И здесь уже Марии Магдалине Господь является. Она думает, что это садовник. И продолжается ее размышление, Господь уже говорит: Мария, уже ты и прикасалась ко мне, и все, и она опять падает. Господи, так это ты, хочу прикоснуться еще. Он говорит: нет, иди к братьям моим и скажи, что восхожу к Отцу вашему и Богу вашему. И вот она бежит уже и говорит им, и тут они начинают уже рассуждать. И что они делают первым делом? Они бегут к гробу. Петр поменьше, этот потяжелее, Иоанн порезвее, Иоанн первый подбежал, заглянул, смотрит, правда, никого нету. Да как Христос-то им не сказал: идите в гроб и там смотрите меня. Понимаете, в чем дело-то? Жены-мироносицы, они все сделали, как Господь им заповедал. Но женщины, они не могут проявить везде самостоятельность. Им нужна была помощь, нужно было рассуждение и совет. И вот этот совет, мы видим, он в конечном итоге состоялся. Из этих 120 человек, которые пребывали, на которых Дух Святой сошел, там и жены были вместе. Если раньше было разделение между женами и мужьями, жены стояли за пределами скинии, мужи стояли там внутри, молились и получали благословение от Господа, то теперь все объединилось. И Дух Святой показал это, то есть Господь показал, вместе должны быть и женщины, и мужчины. Сейчас мы что видим? У нас происходит все с точностью да наоборот. Женщины первые начинают этот плач поднимать по Христу, хотя он сказал: жены, не плачьте, плачьте о себе, о грехах ваших, о ваших детях плачьте. И все паломники заполняют все везде. И где только нету, в любой монастырь везде паломнические поездки, автобусы, все едут, тут целый автобус детей ездил. Везде куда-то все едут, ищут Христа воскресшего. А Господь, апостол Павел говорит, вот, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос, о горнем помышляйте, а не о земном. У нас этого сейчас как раз и нету. Нету вот этого чуда, которое сотворил Господь над женами мироносицами, и они осознали все, что Христос придет, еще что-то будет. Потому что по-другому, ну если там нельзя искать, а где Господь? И они поверили, что Он воскрес. И Он явился, и увидели. И продолжили это дело благовестия. Мы видим по Марии Магдалине, и это просто величайшая проповедница, женщина, на которую и женам надо равняться. Ну можно было здесь из Ветхого Завета еще рассказать о женах, которые не раз проявляли необыкновенную смелость. Это такие, как Девора, пророчица. Это Юдив, ну и там еще были жены. Поэтому дай Бог и нашим сегодняшним сестрам, женам быть такими же мироносицами, мудрыми, и не спешить с выводами, а делать правильные выводы всегда. И, конечно, всегда участвовать в совете с братьями,
со старшими своими наставниками, что мы видим в Евангелии, которое говорит о женах мироносицах. Слава Иисусу Христу, во веки веков. Аминь. Христос воскрес! Воистину воскрес! Я очень кратко несколько тем дам, чтобы вам для размышления это было. Я не вижу, где Настя Дроба. Да здесь она. Здесь. Так, Елена Сокольская. Пожалуйста, сзади сидит. Игорь Третьяков, который больше умеет разговаривать с глухонемыми. Но то, что вы говорите, передаете им, если, допустим, существует 10 классов обучения, вот мимика это говорить жестами, то вы прошли, может быть, полтора класса только. Ну, совершенствуйтесь. У меня хороший есть диск, там все. Одним движением целое предложение. Вы стоите на месте. Ну, не заново. Ко мне приходила тогда Света Балаклюй, давала уроки и продвижение быстро. Андрей меня учил, с ними разговаривал свободно. Но я настолько занят, полностью отошел, ну, естественно, чтобы все это выдуло. Тогда был один Андрей. Я вот такие ленты записывал, что, как сказать. Потому что, не знаю, когда узнал, что есть это написано где-то, я прошу, займитесь этим серьезно. Достучался? Нет. Второе. Вот бывает так, стихотворение, если человек написал, а кто-то берет и подписывает своим именем и выставляет. Как называется? Плагиат. Плагиат. Вот встречаются мне люди, и другие говорят, а ваше стихотворение вот такое-то выставляет и под своим именем. Я зашел, правда. Ну, подумали, я буду упрекать. Я наоборот благодарю Бога. А так получилось так, что приехал батюшка, отец Михаил Курочкин. Игорь начал говорить, я встретил такого стихотворения, там, печатает православная газета. Считает, я маленько знаю, нет, не слышали такое, нет, он считает под моим именем. Я отказался от своего. Понимаете? Так вот, иногда люди, бывает, в паспорт чужую фотографию вклеивают. В интернете такое же существует. Вот у нас один брат есть, я его как будто не вижу. И выглядит нормально, но, видимо, знает, что развитие еще далеко не то. И он вместо себя Альберта Эйнштейна выставил. Ну, понятно, это к нему стремление такое, я не осуждаю. Ну вот на днях я встречаю Лена Добачевская, 43 года. И выставляет фотографию, кого вы думаете? Ну, она не Глушкова, а Жабина, кажется, ее. Жолня, как ее? Нет, не Жорина. Девочка-то, Жорина. Жорина. Ника, ну фотография отменная. Во-первых, как фотографировали там, даже спрашивают, а что за объектив у них был, она со свечкой стоит, а я посмотрел в женщину эту, у нее, видимо, много фантазии, она все где-то на облаках, где-то, и наконец она нашла фотографию, как будто это она, и чем-то похожа даже, какая она была в юности. Ну, наша, она поставила там фотографию, буквально все остальное, ну, внимание не привлекает. Это нам Господь дает такое. Наши фотографии идут на обложки журналов. Мы не раз это уже видели. Так что на крещение нынче будут РИО Новости. Это РИО Новости. Объясни, что такое? Российское информационное агентство. Вот. Два фотографа очень известных. Один у нас уже был там, Кряжев. И попросили. Не курят. Не курят. Сразу же знают, какие правила, какие условия. Так что на крещение приезжайте. Это будет 12 июля. Я им сказал раньше, тут не надо, дорога плохая. Вот. Второе. Иногда вот спрашивают, это я все про интернет говорю, а вот патриарх, там Кирилл, он туда... Ну нельзя так говорить, если ничего не знаешь. Конкретно. Вот 8-й Вселенский там собор, во-первых, Вселенского не назначает. Патриарх действительно был, это все православный собор. И программу я прочитал, программа хорошая. Патриарх Кирилл ни одного плохого слова не сказал. Ну просто надо помнить, что суд Божий будет. Как нападать-то? Ну, нельзя этого делать. Он абсолютно правильно выступил и сказал. Он ищет вдруг Евангелие за благословение патриарха бесплатно раздают. На сотни тысяч Евангелий. За патриарха усилить молитву. Там идет какая-то работа. Кто-то сильно за него молится. Я понемножку говорю. Дальше. Нападают на евреев. Что им везде кто-то, они сами друг друга проталкивают, они такие бездарные, везде все, ну, жиды везде жиды, как они сами пишут. Я решил узнать, так ли это. Ну, помните, первая серия, говорю, раньше Тихий Дон ставила Герасимов. Угу. На роль Аксиньи, кого поставили? Еврейка. Быстрицкая.
Это Элеонора или как-то звали ее? Элеонора. Вот. А ведь там на первое-то место выставляли-то кого? Мордюкову? Ну-ну. Ну сравните одно с другим. Да, конечно. Я не говорю, что та заслуженная артистка хуже, но... Ну по смыслу, посмотрите. Ну знаете, в войну и все время... Главный диктор страны какой был? Кто? Левитан. Как его звать? Ну? Юрий Левитан. А перекрещать? Борисович. Он никакой не Юрий. Ютке? Ютке. Беркевич. Там как-то так еще, может, маленько неправильно произнес. А кто его туда проталкивал, когда Сталин был не расположен к евреям-то? Я решил до конца узнать. Оказывается, ему он в 17 лет не прошел на артиста, нет харизматической внешности у него. Такой ответ был. А он прочитал там, набирает дикторов, он пошел. Ну, вначале-то они говорят там разными баснями. Он по телефону потом позвонил и сказали, у него что-то есть в этом голосе. А потом учился, то другое. И однажды, ну, все еще на второстепенных ролях. Вы помните, как получилось, что... почему Мордехай-то стал известен-то? Отнял сон Господь у царя Артаксеркса. И он попросил читать из архивов. И оказалось, Мордехай помог. Его выдвинули, а Аман повешен был. Здесь точно так же. В 24 часа Сталин подходит к репродуктору там где-то и слышит голос. Ну, сразу звонок. А кто это такой? Такой-то. А дальше уже было. Через два дня у него доклад двухчасовой у Сталина. Он сказал, только этот человек должен читать. И он два часа читал доклад Сталина и не сделал ни одной помарки, ни одной ошибки. Ну, а дальше его хранили как есть. Он был враг номер один для Гитлера. Номер два – это Сталин. Его Фрунзе говорит, там, Свердловск, Куйбышев, где его прятали, где он там это насчитывал. Понимали, что от немецкой разведки нельзя спастись. Особые группы были назначены. Уничтожить его. Как он воодушевлял народ, как люди верили в эту победу, победа будет за нами. И кто читал о победе, он все. Кто его продвигал? Что тут непонятно? А это не Бога избранный, сатана избранный народ. Такие богохульные слова говорят. На меня нападают просто. Вы вроде еврейский прихвостень, я. Какое отношение к имею? Надо по правде. Да они все медали собрали, сидели там. Они воевать-то не умеют. Не умеют? Прочитайте книгу Маковейская. 10 крат больше врагов, и Израиль все громил, и нет следа от них. Почему? С ними Бог. Израиль в конце концов обратится. Никогда не проклинайте это богоизбранное племя и будьте благословенны. Никогда не присоединяйся к разговору, где какие-то пакости говорят. Это только я последнюю неделю поисследовал, посмотрел и вижу, православные прям ненавидят. Бей жидов, спасай рабов. Это русская наработка. Безумие даже придумать еще нельзя. У нас летом открывается лагерь, 10 июня. Нужны работники. Сестры, подумайте, кто может помочь. 12 июля крещение. Нынче крещение, уже 4 заявления поданы. Кто не подал крещение, пока батюшка здесь, можете подать и готовиться. С полным погружением в озеро. Но у нас нынче будут очень дальние стороны, даже с Франции. Года два назад с Германии приезжали, крестились. И вот только на днях один я хочу прилететь с Литвы. Литва это не рядом, Балтика. То есть людей может быть больше, чем мы думаем. Прямо семействами. Потому что ходят во всем городе, и никто не может покрестить. Да. Полное погружение полностью отменили. Но глядя на то, что мы говорим, везде начинается движение. Купили, построили. А где? Что, где купили? Батюшки показывают, а там панихидный столик сверху стоит. Закрыли. Мы не должны уступать этим. Перекрещивания у нас нету. Потому что мочение, волосинки 2-3 на голове, это не крещение, это профанация, это обман, фикция. И поэтому люди получают истинное крещение. Зачем бы они ехали? Меня кто спрашивает, я говорю, идите там к батюшкам, идите к архиерею. Один добился, наконец. Добился соседнего села батюшка. Но он назначил цену. Он мне снова, этот человек, пишет, а как быть? Я говорю, никак не подходи, симония не участвует. Он тогда говорит, я не могу, а зажиточный человек-то может заплатить-то. А батюшка говорит, я крестить тебя не буду. И у него опять все пропало. Я выставил бесплатно, не хотят крестить. Ролик такой стоит. Вот батюшка говорил сегодня об иконописце. И у нас ролик стоит один из такой, диспут о крещении. Как раз на три. Один православный священник, я говорю, и Сергей парализованный, как арбитр здесь был. Посмотрите. Два дня прошло, 570 посещений. Для нас это цифра. И еще у меня главный вопрос для меня, это команда на благовестие. В прошлом году у нас поломалась машина,
И мы весь груз, это 3 с лишним тонны, оставили в Калужской области. Это еще нужно посетить примерно 110 городов и сел. Мы бы все сделали за полтора месяца. Вот брат сидит, шофер был. Замены ему нету. Он поехать нынче не может. И вдруг одного шофера, дальнобойщика, ты его хорошо знаешь, Марьяпас Александр, его с работы уволили, он пишет, помолитесь, чтобы на работу. Я говорю, я тебя принимаю на работу. Ты прилетишь на крещение и останешься за машину. Второе, вот Сергей Пупков, его собака, чемпион России. Нужен третий, но третий должен быть обязательно шофер. И у меня есть кандидатура. Вот Николай Валентинович Польгуев. Но у него тоже со здоровьем не все. Помолитесь о нем, чтобы Бог дал ему крепкого здоровья. И может быть он найдет... Ну, больше не о ком молиться, что ли? Ну, ты нужен, настолько нужен, не скажешь. Ну, нельзя дальше заставлять. Хозяев год. Нет. Шофер должен быть действительно классный. У меня 2 шофера были хороших. Не промажешь. На Востоке ездили. Но когда оба они однажды забунтовали, вход туда теперь закрыт. Если, говорит, один раз предал, то почему не предать второй раз? Апостол Павел с собой даже в следующий раз Марка не взял, когда один раз отказался. Вот немножко сказать. У нас гонимая сестра одна, Юлия. Ну, можно и фамилию назвать даже. Вы знаете, откуда она, с Оренбурга. Очень неблагоприятная была обстановка. Но получил вчера известие, помягшило все. И помолитесь за мужа, даже пусть не знаете, как звать его. И остальные к ней говорили, что книгу он, она, говорит, отобрал, книга к истинному православию сжег. Но оказалось, что он не сжег, ей сознался, не сжег, а дорога ездит и считают. Так что ну, нельзя заранее сказать, ни на ком крест не ставьте. И помягшило все вокруг нее, она говорит, ну помолитесь еще. Ей выхода не было, ее просто заблокировали, все отобрали у нее за то, что она пожелала принять полное крещение. И с отцом я по интернету разговаривал, отец у нее очень расположенный. И вместе, наверное, пошли по храмам, и нигде ни крест от полного погружения. И опять вернулась к тому же самому. Но она не может, теперь она на сносях и беременная. Ей уже поехать нельзя. Вот. Немножко. Значит, в лагерь меня интересует. И главное это поехать. Вы включите себе это для молитвы. Я, насколько могу, вопию к Богу, но... Одного человека не хватает. Машину отремонтировать. Николай, конечно, поможет. Виктор договорился, чтобы здесь не отдавать ее только с рук, как он Сергею отремонтировали, хуже первой стало. Я этих сервисов как огня боюсь. Нужно сделать это. У меня знакомый один. Он выписал книги, заплатил за них. Вот этот трехтомник, вот он. Это 2700. Это не 2 рубля. Ну и того стоит. Это далеко не полная стоимость, я хотел, чуть не половина. И он... Когда получил, а теперь решил подарить батюшке. Еще 2 экземпляра выписать. 2. Приезжают туда, а там раздают листки, печатают. И листки печатают против меня, против моих книг. Кажется, Москва. То есть, куда нет, и они теперь патриархии издали какой-то указ. Меня не вызывают, открыто не говорят, а только заблокируют. Ну неправильно, ну покажите, я хочу спастись, я не прав. Но покажите, 13 лет ни одной строки не показывают. А почему? А он не совсем положительно отзывается о патриархии. Патриархия это что? ЦК КПСС, который вне критики? Или старообрядцы? Где нет критики, как они называют, или обличения по божественному, там жизни нету, там все умирает. И я, говорит, с этими с книгами-то теперь назад. Кому давать-то? Но еще я не узнал, может быть, он священник дали повеление ему распространять, а может быть, он и не поддерживает эту листовку. Так что я вас загружаю просьбы помолиться. Дело серьезное. Я вот хотел сегодня попросить. У нас пришли первый раз люди. Вы по одной встаньте, расскажите, кто вы, почему пришли. И нас интересует следующее. Вон мужчина еще сидит, тоже назвать, откуда в конце. Как вы попали к нам сегодня на первое богослужение? Что вам не понравилось? Нам нужно узнать со стороны, а то у нас глаз-то замозолено на самих себя. Мы думаем, ладно. Ну и на дальнейшее собрание кончится, у нас тут трапеза будет, оставайтесь, а потом будут занятия. Ну, кто-нибудь, начните с младшей. Звать как-то, лечать, где живете, в каком месте, в городе? Меня зовут Настя, мне 25 лет, я из города Барнаула. Значит, я замужем, с мужем живу в индустриальном районе. Узнала о вас в интернете, мы общались с отцом Игнатием.
Вот, и он меня пригласил. Я очень вам благодарна, мне очень понравилось сегодня вообще все, я сегодня наплакалась. Вот, смотрю ваши... Ну, на вас на сайте, и мы с мужем смотрели, он говорит, это, посмотрел уже, как вы там кушаете, чего там готовите. Он говорит, ну, давай, неси водички и это, меду пойдем. Ну, как бы, да, что это... Подражает. Что прислушивается, хотя он у меня довольно-таки-то не ходит в храм. Ну, он верит, он не против, что я хожу, допустим. Он может прийти там свечки поставить, но как-то он, ну, не... Без фанатизма, как он говорит. Вот, и мне не запрещает. Поэтому я бы очень хотела бы еще к вам походить. По... Как бы я волнуюсь сейчас... Вообще, я с многодетной семьи, это моя мама, она нас растила одна. Ну, пускай мама расскажет. Ладно. Так, я Галина Григорьевна, живу в селе Новоперунова. Живу одна, детей уже вырастила, дети взрослые, сама работаю. Времени у меня свободного мало, но я стараюсь свободное время по мере возможности ходить в храм. Хожу мы вот вместе с Настей, мы частенько посещаем храм. А вас я узнала от Насти, Настя мне все рассказала, пригласила, она созвонилась, и нам разрешили, вот мы пришли. Пришли, мне все очень понравилось, я довольна. Хорошо, тогда не уходите, останьтесь спасибо, еще, останьтесь с тобой, побудете. Смотрю, так, обратно. Мужчина, еще расскажи, кто, как звать вас, откуда Олег Чесноков? 50 лет, село Озерки, Таменский район. Женат, две дочери, 26-18 лет. В вере 3 года. Попал сразу в Царскую православную церковь. В какую? Царская православная церковь такая есть. Царская православная? Да, да, да. Это подпольная. Да. Ролик у вас был, и Ирей Михаил звонил, знаете, еще. Просил. Первый фильм вышел, да? Вы посмотрели, дали свой ответ. Но я посмотрел по-моему, недавно. Олег Чесноков? Да. Цель прихода вашего? Цель как? Прихода. Ну, ваш сайт, по-моему, внутри уже, да, сайт? Первый раз я зашел, по-моему, как открыли свои. Но в этот день же все ссылки удалил, ибо слова ваши не вмещались. Прошло время, наверное, год, уже через год снова на ваш сайт зашел, задержался на неделю. Что-то опять вы сказали не так, не вместилось, удалил все. Но сейчас уже, по-моему, с августа прошлого года, ну, слава Богу. Все вы близкие, родные, по видео, как вы там с вас зашел, не знаю, как будто станет еще лет знаком уже. Видео много посмотрел, читаю много сайта. Аллилуйя. Что привело, когда попал в эту Царскую православную церковь, ну там разобрался сразу, что неправильно было, но сказали, там ничего не могут. Сейчас, по-моему, говорить. И странно говорю, на меня это не похоже. Приходил туда, в приход, где жили до Озерки. Понимаю, что неправильно идем. Потом приду, скажу, прихожу, рот на замке. Думаю, ну, значит, на правильном пути они, вам нету там сколько региона этого, поэтому сказать не могу, люди сидят хорошо. Ну, когда окончательно понял, что это все ложь, нашему батюшке исповедовался об этом, не принимаю я царя вашего, ну, продолжал еще ходить, потом дробление дальше пошло в нашем приходе. Присяга была в Воронеже в прошлом году. 6 мая. Кому присягали? Присягу, там братья и сестры. Кому присягали? Царю. А какому? Какому царю? Георгий, Михаил, Романов, там, Худяков, настоящий фамилия. Ну понятно. Ну, знаете, Тихонович, смотрел ролики, там Дина, да, по-моему? Ну там вы 25 минут разложили все полностью. Я полностью объяснил, что лучшего уголовника найти было нельзя. Физиономия какая, что они приехали со мной встретиться. Я говорю, с кем встречается? Он сосед пьяный, Салеша. Насмешка. А то я спрашиваю правителя, я говорю, вы знаете, что теперь уже не Путин царствует, а царь уже коронован. И что, как Бог делает? Мы однажды ехали,
Вот. И дорогой стоят, видно, что одеты в монашескую как бы одежду-то. А Николай за рулем. Уже проехали, я говорю, Николай, надо потормозить, узнать, может быть они... И оказалось, что они едут в том же направлении, едут в Барнаул, 1300 километров. Посадили их, а дальше-то начали разговаривать. Еще мы не знаем, я не люблю расспрашивать, а кто такой. Потом я говорю, место писания где? Он не знает, где послание к Галатам, он в Ветхом Завете ищет. А там оглавление дается на Ветхий Завет отдельно. Он посмотрел там Галатах, нет, он вообще не знает где-то. И жена Светлана, его Сергий звать. И он до сюда ехал. Ну а дальше-то, когда началось совсем не так, он забунтовал. Я говорю, вам деваться некуда, слезете, будете на обочине стоять. Везем бесплатно, так что молчите теперь. И мы ехали, довезли их здесь до Спартака, тут и садили. Вот. Они тоже едут. Он, я, говорит, венчал как раз этого царя и прочее. Я показал, это обман, это мишура. Вот здесь очень хорошо об этом говорит Алексей Ильич Осипов. Он говорит, ни в одном народе нет такой жажды, именно вот так, как в России, царя, помазанника, искупителя. И русские первые примут антихриста. Абсолютно правильно говорит. И вот, представьте, такую насмешку творят. Это обман. Обман лютый. И ни один человек здравомыслящий туда не пойдет. Если это будет, это... Понимаете, все должны его принять. И татары, и все. Все должны принять его. Да русские-то люди, завтра же его сюда провозгласят, его к утру убьют, его не удержать уже. Народ-то какой? Сердца людей надо завоевать, чтобы хранили его. Сейчас он ролики выставляет. Америка готова убить Путина и готова нисколько там разное там это. Как его охранять? Его Бог охраняет. За него усильте молитву. Это наш сегодня законный президент. Мы ехали, а больше не надо. Стабильность есть, проповедуем. Мы собираемся так. Не участвуйте ни в каких митингах там, сместите и прочее, нигде. Это будет смерть. Мы живем сегодня. Да, он не сахар. Я по канонам скажу, ему надо соглашенными выходить. Потому что определенные дела у него есть, но не более того. Поэтому усилить молитву, не поносить и все. А он что, царь? Да, роль царя исполняет. Царей, начальствующих, мы должны молиться. Знать, звать знаете как, Владимир. Так что вот попутно еще вам скажу. Я прочитал это, они тут на меня начали назвать. Так кто свел? Отец Павел Ермоленко. Я ему рассказал, говорит, а я их и не воспринял. Павел не воспринял, вообще удивительно. Он обычно Паткина канонизирует заочно, как бы сказать. Ну вот, человек услышал, вы про книги наши услышали? Да. Вот сегодня пожелал, что вам два экземпляра нужно? Ну, месяц назад звонил. Ну, я написал такую оперу, что давно знаком с сайтом, как пришел, почему звонил. А Игнатий Тихонович набираю, знаю, что он 2 минуты разговаривает по телефону. И эпилог сказал. Хочу, говорю, на службу. Месяц назад. Но он говорит, борода куришь нельзя. Но вообще раз звоню, решили приобрести. Я себе беру один трехтомник и сестра одна. Согласилась тоже взять. Когда вот вчера звоню и говорю, хочу приехать, если есть, оставьте, пожалуйста, среда, четверг могу подъехать. Ну, Игнатий Тихонович говорит, приезжай, завтра нас будет. Ну, дальше я же ничего не слышу, что он говорит. Хорошо, разрешено, мы не просим, не зовем, у нас не положено звать к себе людей заманывать. Мы разрешаем, разрешили, вам понравилось, можете еще прийти, можете мужа пригласить. У нас ребята есть, которые поговорят. Можно ни закончить. На ком не ставьте крест. Мы не знаем, когда это семя даст всход. Она положила в 3 меры муки, говорит, дрожжи свои, там, закваску, и вскисла в свое время. И пришел человек, как книги, интернет, тот ругает интернет. А люди-то сколько приходят. Вот Никита, вот он снимает сейчас, готовится. Через интернет познакомились. Вот он. Так что великое дело дал нам Мартин Купер, изобретший... И это не интернет, а телефон, и Тим Бернерс-Ли, который изобрел вот этот интернет. Мы каждый день за них произносим их имена, молимся, они живые, чтобы Господь их наставил на путь истины. Научитесь просто понимать, чувствовать, что в вас нуждаются. Когда нуждаются, такой человек никогда на себя руки не наложит. А когда люди заканчивают жизнь самоубийством, они знают, его никто не любит, даже собака не любит. Старайтесь, чтобы к вам были расположены люди, которые тайно будут о вас молиться, даже не зная, будут желать вам блага, и у вас все будет по-другому, чем мы думаем. Я даже не знал, сколько людей за меня молились, когда я был в вузах. И из Японии оказалось, в ООН, оттуда потом пришло. И потом пригласили в Америку, там я проехал с проповедями, когда освободился.
перед Богом все. Еще одно дело, которое требует молитв, это одна Ольга Ворова, она занимается то, что нам достает Евангелие от Иоанна. Вот, ой, не, и четверо Евангелие красное. Вот. И она заказ сделала на 5-6 тысяч, но пришло, говорит, вот к 1 мая придет только 1 тысяча. Там, говорит, в дальнейшем они ничего не говорят, не объясняют. Может, еще пошлют. И надо будет принять этот груз, вывести. Надо будет с ней созваниваться, кто вот, брат Сергей у нас на связи с ней бывает, может созвониться. Там 1 мая, может, праздник будет, ничего не будет, но на последующие дни. Одним словом, созвониться и деньги еще, да, что там за эту, за доставку оплатить надо. Я только не знаю, сколько там сумма примерно будет. Ну, надо выяснить, какая сумма. Говорить об этом. Людмила Степановна, да. Вы займитесь этим вопросом. Я еще скажу, когда приезжал епископ Барнаульский Алтайский Сергий, его фамилия Иванников, мы там на берегу когда беседовали, и у нас немножко приватно так получилось, мы с ним заключили союз молиться постоянно друг о друге. Ну и это уже не два дня прошло, и у нас отношения сохранились. Если он приедет ни один, он один никогда не ездит. Это секретарь партии, несколько священников, семинаристы, да еще вот они там, какой там... Воскресная школа. Воскресная школа будет. И они уже, как мы говорим, где-то, я не знаю, не переспросил, он садился, где они там беседовали, что принято чуть ли не решение оставить нас, хотя над нами они власти никакой не имеют. Дескать, смысл тот, что не притеснять, вот как у них есть, так и идет, это как раз... многообразие, о чем патриарх Кирилл сказал. Вот они так говорят, порядок нельзя. Вот только пришел человек, он еще ничего не знает. Он, я знаю, если он у нас будет, у него будет борода, он трогать не будет. Какие у него были явные, что у нас не положены недостатки, это все уйдет. Почему? Молитва. Вот она пришла, ее не надо говорить, она по форме одета. Почему царица Савская заметила, и написано в Библии, чинность служения Соломона? Она мудрость узнала и увидела, как все стройно у него идет. Вот и все. А где нет порядка, я, Василий Великий говорит так, сначала наведи порядок, а потом служи священнику. Порядок. И когда самый шумный праздник, это крещение, богоявление, как люди с банками везде лезут, и в это время пришел еретик, император Валент. И когда посмотрел, то у него, говорит, ни в одном храме этого нету, нигде заметил. Как все чинно, стройно, от 7 минут до службы стоят все молятся, мы ждем благословения от Господа. Вот это сохраняйте. Будем мы, не будем живы, но мы дали пример миру. Начинать надо с нуля, а дальше Бог укажет. И вот не надо притеснять, а следующий уже сам это знает. И малые дети одеты по форме, и они подпоясаны. Это русская форма, ничего тут такого нет. По славу Божию, отошел. Ну, здорово. Игнатий Ильич загрузил, о чем молиться. Я продолжу эту загрузку. Во-первых, прошу помолиться, есть такие, о которых я упоминал, брат и сестра, Слава и Юлия. В очередной раз он мне по e-mail написал письмо, говорит о том, что его притесняют по поводу бороды. Опять родственники, значит, знакомые, друзья на Юлю, а Юлия его в очередной раз. Но он кремень, что называется, поэтому... Но тем не менее, он говорит, что это соблазн большой, и вот помолиться, чтобы Господь его удержал в этой вере и в стойкости. Это первое. Второе, я уже говорил в прошлый раз также о том, чтобы молиться о Сергии, этом парализованном брате нашем из Воронежа, чтобы Господь и его семью допустил до крещения, ну как Богу угодно. Будем молиться, чтобы это состоялось, чтобы состоялось полное погружение, ну, может быть, его-то и обливанием можно по его состоянию, а чтобы его члены семьи были полным погружением, как это делается. У нас вот единственное место, где мы сумели увидеть, это в Переделкино, под Москвой. Спаси Христос. Я тут, скорее всего, на неделю уезжаю на работу. Помолитесь, по-моему. Я теперь постоянно буду путешествующий, так что не забывайте меня. Ну скажи, здесь. Хоть куда уезжаешь-то примерно? Это до ближайшего населенного пункта 25 километров до Тягуна. Это в горах. Салаирский кряж называется. Я работаю геологом по добыче золота рассыпного. Поэтому золото находим, выкапываем его оттуда и вымываем. Называется промывка золота. Артель «Горняк». Старательская артель, золото добывающее предприятие.
Вот там я работаю все лето. Ну, я сюда приезжаю на молитву. Ну, обычно, когда батюшка, ну, бывает, и в будничные дни попадаю редко. Ну, это обычно на день и обратно, потому что это такое дело золото, оно требует постоянного контроля. А я инженер по контролю за золотом. Так что, помоги, Господи. Так, постоянно на колесах. Помоги, Господи. Ну, гараж, там, пристройку с братской помощью мы вчетвером работали. Почти что закончили, осталось крышу только положить. Так что спаси Христос вас всех, кто молился. 10 дней работали, но устали. Еще минуту. Очень радостно видеть, что все-таки нас прирастает и прорастает братьями наша община. Вот Никита уже прожил неделю, и хочется спросить, какие впечатления и какие планы? Планы? Понять крещение здесь все допустят. Ну вот и все, все планы. Крещение. Ну, а принял крещение, а дальше что? Ну, жить по Теряевке. Вот. Жить по Теряевке. Какие впечатления об общине? Разочаровался, нет? Что понравилось, что не понравилось? Все понравилось. Строгость? Да, строгость. Ну, неделю выдержал дальше. Братишка маленький был, пока не понял. Так что... Вперед, вот документы какие-то недели должны представить, это для получения гражданства, это не маленький, просто оказалось. Да, у него хорошие везде слова, отзывы об Украине, а то, говорят, уезжают другие, там против, он его никогда нет. Он благодарен за все, что было на Украине, да благословит Бог Украину и даст мир. Аминь. Аминь. Ангел вопияше благодати, чистая дева радуйся, и паки реку радуйся, твой сын воскресе три дня на гроба, и мертвые воздвигнувы, и люди веселитеся, светися, светися, новый Иерусалим, и слава Богу Господня на тебе воссия. Ликуй ныне и веселися сегодня, ты же чистая, красуйся, Богородице, а восстанье Рождества Твоего. Защити Родину нашу от нашествия иноплеменников. Господи. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя, и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия Авва Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава и честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. С миром Божиим. У меня, да? У меня просто фотография. С 1 по 24 ноября. Работа. Ну там только нулевая была. 0 минус 1 плюс 1 максимум. Где сканер? Где это, люди голосуют за нее, а я ее не подписал. Какой год? Ну, пиши ноябрь 2005. Сестры, кому-то сынки надо.